В преддверии праздника Курбанайт в Карагандинской областной мечети Анет-Баба состоялся брифинг. О чем говорили священнослужители, расскажет Тамирис Люгабылова. В брифинге приняли участие главный имам Карагандинской области Абдигали Эстай Айтуганылы и ответственный специалист отдела шариат и фетвы по Карагандинской области Юсуфбек Шугайлы. В духовном управлении мусульман Казахстана сообщили, что в этом году Курбан-байрам приходится на 28, 29, 30 июня. 28 числа в 6 утра в мечети Анет-Баба Карагандинской области состоится праздничный намаз. Кроме того, утверждены 3 места в городе для особых жертвоприношений. Это улица Сакин Сейфуллина, 53, Гоголя 2/23 и Резника 18. По практике прошлых лет ритуал жертвоприношения будет проводиться онлайн через сайт kurban2023.kz по требованию населения. Поздравляем всех мусульман с наступающим Курбан-байрам. Пусть в эти священные дни Всевышний примет ваши молитвы. Накануне Курбан-байрама верующие соблюдают однодневный пост, день Арафат. В мечети совершается праздничная молитва, айт-намаз. После слушают проповедь имама, в которой объясняется значение происхождения обряда жертвоприношения. Главный смысл торжества – напомнить всем мусульманам о преданности человека Богу и милосердии Аллаха. Также главный имам представил программу мероприятий, проводимых по случаю Курбан-байрама. На территории мечети будет установлена большая юрта. Там будут раздавать еду. Также будут проводиться национальные казахские игры, а малоимущим будет роздано пожертвование. Жителей города священнослужители призвали уделять особое внимание чистоте мест, где совершаются жертвоприношения. Тамирис Люгабылова, Мейржан Жумамуратов, Николай Шевелев, 5 канал.